Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в GTA San Andreas. Вот, продолжаем с тобой играть, мы с тобой остановились на чем? На том, что мы хотели с тобой сходить территории позахватывать, да? Давай сегодня уделим немножечко времени захвату территории, тем более ночь. Ночь, мне кажется, самое лучшее место для захвата, самое лучшее время для захвата территории. Мы с тобой сейчас поедем вот сюда. Вот эту вот верхнюю территорию попробуем захватить. Не, подожди. Так. Опа, наших пацанов завалили. Блин. А, я же пацанов хотел, кстати говоря, взять с собой. Пошли в жопу. Козлы. Так, давайте, во-первых, подождем немножко утром. Давайте подождем немножечко утра, ребят. Что-то не получается у меня захватить территорию пока. Подожди, что это барыга у нас здесь? Ты что, охренел на моей территории здесь наркотой торговать? Совсем что ли поехавший? Блин, у меня хп мало. А что у нас по деньгам тут? Что-то накопилось? 65 баксов. А где наши пацаны-то все? Я хотел пацанов взять. Так, пацаны, вы идете со мной? Троих. Садитесь. Садитесь все, ребят. Ну? Ребят, вы чё? Пошлите. Кивдолги. Нам надо захватывать территории. Надо вот эту захватить. Так, и где? Вон, по-моему, идут. Не знаю, получится у нас что-то, нет. По кому они стреляют? Так, есть, пошел захват. А какая территория? Ага, как раз вот этот весь райончик. Он нам и нужен. Хорош. Хорош. Блин, моего пацана убили. А что у меня там за место этого? Блин, может. Угу. Эй, don't keep up. You win it for life, huh? Хорош. Блин, один чувак у меня остался.
Печально. Первую волну мы отразили. Давай, стой вот здесь вот. Hey, I'm going alone. Stay here. What up, dog? You wanna get smoked, baby? What's cracking? Come on, y'all. What's up? Come on. Let's smash these points. Так, вторую волну отразили. Give me that grip. На аптечек больше нету, да? Печалька. Печалька, ребят, аптечек больше нет. Где-нибудь вот здесь вот сядем. А куда они побежали? Блять, текстурки попадаю. Не попадая, не долетает, ребят. Они, кстати, с калашами идут. Надо калаш-то забрать. Куда ты, блядь, зашел? Какой клининг, блядь? Уининг. А, кстати говоря, можно... А нельзя. Сейчас меня убьют, блядь. Сейчас выйду как-нибудь криво, да? Перед район наш, хорошо. Хорошо, тут два бронь, кстати, было. Так, чувак, тебе... Калаш все равно нахуй не нужен. Давай мне. Так, калаши теперь у меня есть. Хорошо. Аптечка есть. Так, этот район теперь наш, ребят. Сегодня отжимаем районы. Так, вон наши пацаны. Нам надо еще пацанов. Я думаю, пойдем сейчас вот этот, вот, вот этот район, да, нам надо отжать. Так, пацаны. Так, следуйте за мной. Вы куда? Ты чмо, блядь? Что происходит, блядь? Что за вакханалия? Алло. Ч? Это не я, блядь, это они. Сейчас пацаны тут все замутят. Есть. Респект за новый район пошел. Ну-ка сюда идите. Одного у нас брата убили, что ли? Hey, dude, так, вот здесь стойте теперь. Так. Бля. Чувака убили. А я спрашивал, где оружие взять, ребят. И где бабки взять. Вот тебе, пожалуйста, и бабки, вот тебе оружие. Блин, меня всех завалили. Печалька. Так, а тут где-то должно быть и оружие, и это. Точнее говоря, не оружие, вон хпшка. Хпшка вон. Так, там тут у них пройти не может ко мне. Я вижу, на соседней улице. Вы кто? What you think now, fool? Так, а что здесь ХП есть? Ага. Так, они сейчас все вот здесь, да, пойдут? Вот тупенькие. Не знаете, что нравится? Они бегут всем. Они все бегут, ребят. Одним потоком. Так, броня появилась.
Заберем броню. Они бегут, ребят, одним потоком. Пускай бегут. Давайте попробуем из калашникова пострелять. Так, я думаю, что еще один, да, райончик может сейчас будет. Вообще классная штука. Давайте сразу заберем. Так, и чё, где они там? Где-то по низу ползают. Ну ты чё, блядь? Ть, куда ты, блядь, побежал, блядь? Козел снял мне всю броню. Это теперь ваш район, спасибо. Теперь это, ребят, мой район. Еще один район мы отжали. Ну что, пойдемте еще район поджимаем. Так, какой можно район-то отжать? Бегу я как-то плохо. Так, здесь мы все вокруг уже поджимали, да, получается? Может, так говоря, соединить районы, то есть выйти вообще вверх, туда полностью отжать вверх, ребят. Как вы на такое смотрите? Чувак. Бля, мне люди нужны. О, наши пацаны. Давайте все, блядь, все, кто есть, давай, ребят. Вообще все четкие, все мои пацаны. Пошлите. Давайте, следуйте за мной. Эй, фэм, this way. Пошлите. А только троих, да, я могу нанимать. Гантер не может присоединиться к вашей банде, вам не хватает авторитета. А, то есть потом я больше смогу. Все, я сам разберусь. Так, смотрим, кто тут наш, кто не наш. Это не наш, это наш. Так. С бабкой как-то стояло странно. Ребят, давайте бегите ко мне. Чё какие тупенькие? Чё какие тупенькие? Бегите ко мне. А где, ребята-то, где эти гангстеры? У меня сегодня захват территории происходит, алё. Все попрятались, ребят. Вон стоят. Пошлите. Помните разборки устраивать. Тут мент, правда? Так, все, респект за эту часть пошел. Респект, респект, ребят, пошел. Блять, да уйдите. Вот это уличные разборки. Так, ребят, стоим здесь. А куда? Вы только по перекресткам переходите, да? Чё-то какие-то они тупенькие. Чё-то, ребят, какие-то они тупенькие. Не пропадай. Да куда ты, блях, ты муха? Стреляют они, кстати говоря, хорошо. Что самое интересное.
Ну, стреляют реально они хорошо. Надо, знаете, где прятаться? За деревом вот здесь прятаться. Стреляют они реально хорошо, но бегают тупо. Они, видимо, только по перекресткам. Они, видимо, воспитанные. Они ходят только по перекресткам, ребят. Это уже боится сидит. Конечно, у меня же такой авторитет. Пол хп. Все. Авторитет вы... А что, одна только волна? Так. Одна только волна, как-то странно. Так, давайте еще двоих возьмем. Так, что мы куда пойдем? Думаю, надо туда вверх, да, эти вот туда вот получается. Да, вот сюда вот. Нормально, да? Долбанный нос опять чешется, ребят. Не знаю, играю в GTA. Наш район напали, на какой? Так, ну-ка. Извини, чувак, извини, бро, извини. Садись. Садись. Нет, чувак, мне нужна твоя тачка. Садитесь. Все, с пацанами поехали решать вопрос по району, ребят. На нас эти баллы сраные напали. Сейчас мы им дадим трендюлей. Вот разборки, вот это я понимаю, ребят. О, я приехал. Ага, вижу. Мочи его. Хорошо. Район остается за нами. Хорошо. Дробовичок нашли, кстати. Ну так-то они, видимо, тоже решили нас пожать. Надо стоять. Знаете, что сделать, ребят? Надо сохраниться. Надо сохраниться. Вот это четенько, да, ребят? Вот это четенько. Ну да, они тупенькие какие-то, конечно, боты бегают. Они бегают, конечно, тупенько. Сколько у нас там бабосиков? 700 баксов. 6 тысяч у нас, типа, есть. В принципе, неплохо. Потом, знаете, в дальнейшем можно будет не обращать на эти районы, в принципе, внимания. Я хочу вот серийку немножечко походить. Немножечко серийку, ребят, вот походить по... Отжимать территории, да, можно все территории будет под себя поджать, но... Опять наркотой, блядь, торгуешь. У меня на районе, блядь... Задолбал. Поехали туда выше по району. Сейчас еще. Я думаю, сейчас еще две точки отожмем. Наркотой у меня торговать нельзя на районе, ребят. Это мой район. Иди каким-нибудь грязным балансом там торгуй. Вот, наверное, спросите, а зачем ты этих болванчиков с собой берешь? Они все равно же ничего не стреляют. Ну, все равно. То есть чуть-чуть что-то так, чуть-чуть эдак. Все равно где-то прикроет. Пошлите. Сколько я там смог с собой? Моих всех передавили, заебись. Сила банды минус один. Потому что пол банды, блядь, задавили нахуй. Надо еще банду набрать. Пошлите. Гангстер, можешь присоединиться к вашей банде, вам не хватает авторитета. Сейчас все уходит. Следуйте за мной. Так, где тут у нас?
Да, надо вот этот райончик под себя поджать. Вы чё там? Где вы там? Вы чё, четверых? Да я уже могу взять с собой. Да ебать, чё какие все пьяные? Чё как ездите? Быдло невоспитанное. А где эти-то? Ребята-то. С кем помочиться-то? Один у меня там застрял в заборе где-то. Ищем, 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 ребят. Бабушек не трогаем. Не понимаю, где все. Наркоту хочешь мне представьте это. Забарыж. Ну поедем туда, дальше пробежимся по улице. Я не знаю, здесь насколько большая территория. Мужики, за мной. Не вижу нигде бандитов. Наркоторговцев до хрена. Вот. Двое. Мало, да? Надо еще одного, наверное. Да ядрит, ну нету здесь никого. Ты свой, не свой? Все. Наконец, надо троих чпокнуть. Да уйдите, блядь, гражданские. Вас то нет никого, то набегайте целой кучей. Ой, что-то как-то плохо. Что-то, ребят, как-то плохо. Куда они пойдут? Давайте вот сюда вот отойдем немножко. Ага, они все отсюда. Все. Это наш район. Хорошо. Блин, столько стволов будет, ребят. Жалко просрать. Честно скажу, если мы просрем их все. А здесь ствол пропал, жалко. Тихо, 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 меня не трогайте. О, ебать. Вот это да, тут погоня. Так. Сохраниться бы, ребят, на самом деле бы. Сохраниться бы. Еще один райончик вот там сейчас захватим. И будет, ребят, хорошо. Блин, патроны, кстати, захватов районов. Столько можно оружия, на самом деле, выносить. Прям классно. Так, что у нас по баблу? 300. А говорили, что больше будет капать, если больше территории захватить, то больше бабла будет капать. Что-то я не чувствую.
Пойдемте еще райончик захватим. Опять барыга? Ты барыга? Ты барыга. Барыги всегда есть деньги. Так, ребят, поехали со мной. Тысяча патронов. Поехали. Ну, садитесь. Ну чё вы, ёб не мать? Пошлите. Эти NPC в этих старых играх, ребят. То еще чудо, да? Получается, последняя точка. Сейчас справа будет. У желтых тоже там все захватим потом. Получается, последняя точка-то или тут еще будет? Или тут две точки? Сейчас посмотрим. А ночью-то они, по-моему, не ходят. Так, а почему битва не пошла? Так, вызвали все, и получается, что у нас? Да, прям за этот жирный участок у нас. Хорошо, красавцы. У нас прям за жирный участок идет сейчас борьба. Да, блядь, да уйдите нахуй. Блять. Как по мне, блять, попадают, алё. Блять, мне все снесли. Блять. Мне все снесли, ребят. Столб. Алло, почему, блядь? Надо здесь замазать, кстати, эту. Так, они идут сверху, да, получается? Там их, блядь, целая толпа. Они куда-то побежали в другое место, ребят. Они не хотят со мной воевать. Ребята, вы куда? А, вы только по пешеходным переходам ходите? Молодцы. Уважаю, респект, уважуха. Только по пешеходным, ребят, переходам ходят. Ребята молодцы. Ребята воспитанные, мама учила их. Только по пешеходным переходам. Че, все, в принципе, территорию мы поотжимали, ребят. Да, мы уже такой кусок неплохой отжали. Ночью поделаешь, да, как бы. Такие здесь ботики. Я думаю, можно еще вперед вот выйти, вот сюда вот. По прямой вот там вот все отжать. Снизу бы тоже надо будет все отжать. Тут отжать. О, тут этих тоже надо будет отжать потом. Ну, фармить оружие очень хорошо, но смысл в том, что... Если меня убьют, ребят... Блин, у меня выносливости вообще нет. Может, выносливость сходить покачать? Какой-нибудь клубешник.
И моих-то ребят здесь нет нигде. Вот это, кстати говоря, стриптиз-клуб, да? Пик-пен. Пик-пен. Ночь, наверное, за этого ребят нету. Сюда можешь зайти. Можно же зайти? Да, можешь зайти. Но мы не будем. YouTube вся фигня. 18+. Бабулька и дедулька. Трогать не будем. Мои ребята, кстати. Ты чё, блять? Охренел, он по мне стрелять начал. Вот это вот ваши наркоторговцы, вот это все. Нехорошие люди. Опа. Нет. Битва за респект не произойдет. Блин. Куда вы? Кого-то бьют. Чё происходит, блять? Гражданин, извините, вам бы нахуй не пойти. Моих ребят трогать не надо. Так, ребята, бежим. Ищем пациентов. Я сегодня объявлю войну-то. Есть. Скорость, скорострельность повышена. Так, берем в руки что-то посерьезнее, аргумент. Ребят. Ребят не видят мои. Наркаш, иди отсюда нахер. Долбаные наркодельцы. Так, держите здесь позицию. Хорошо. Да никуда не прыгай, стой на месте. Прыгает он. Так, где они там? Они через райончик идут? $15,000 уже нафармили, ребят. Неплохо, да, бабосиков? Но надо... Оружие есть, кстати говоря. А что теперь у нас? Оружие есть. Это все есть. Блять, пацаны, кто, блядь, так стреляет по мне? Ну, в общем, ребят, на мне пришлось загрузиться. Я загрузился, чтобы не терять все оружие, которое мы с тобой додыбали. Знаете что, у меня сохранение было, где вот это вот справа около желтых. Вот справа около желтых, там еще одна была не захвачена. То есть я ехал туда, захватывал, а потом мы едем с тобой сюда захватывать. И я там захватил только, ребят, с третьего раза. Меня три раза там убивали сейчас. То есть мне пришлось перезахватывать. А знаете, почему меня три раза убивали? Они больно хитрожопые какие-то все стали. Ну, прям... уж больно профессиональные мужики. Прям и стреляют-то они хорошо стали, и... А чё, захват не будет? Или что, мне надо было на их этом быть? На их территории? Это разборки. Так, мне, видимо, надо было на их территории быть. В общем, короче, три раза мне не удалось. Это все сделать, ребят. Они, короче, лезут изо всех щелей. Лезут, короче, изо всех щелей, ребят. И это очень проблематично.
Вот видите, вот бежит. Вот он, кстати, ко мне сейчас бежал. Он хотел меня чпокнуть. Вот отсюда сейчас пойдут. То есть очень... Видишь, они сразу выходят и начинают сразу стрелять. Это тоже такая проблемка некая. То есть вроде бы они дурачки, да? Вот мы сколько с тобой сегодня территории захватили, вроде бы дурачки, да? Такие бегают, ничего не понимают. Ну, а им у них настроен, поверьте, очень хорошо, ребят. А им у них настроен очень хорошо. Так, собираем потрошки. Потрошки, денежки. Нужно обязательно, знаете, что я понял еще? Искать место, где можно... Место, где можно спрятаться. Сейчас нам жопу, кстати. Меня зажали. Вот видите, что творят? Это жопа. Они не знают, как сюда попасть. За этого они тупят. Блять. Видите, меня уже пол хп снесли, нахуй. Там еще минимум четверо. Пользуемся их тупизмом. И неорганизованностью. Воспользовался тупизмом, ребят, и их неорганизованностью. Вот это вот надо, вот это вот, вот такая жопа, ребят. Тупизмом воспользовался. Вот они вот так, они выходят и сразу по тебе стреляют, понимаешь? То есть вроде бы легко, да, вроде кажется их. Но они вот такие вот. Они вот выходят и сразу стреляют. Вроде тупенькие бегают там, но если они на тебя выходят, все, это жопа. Полнейшая. Так, вторую волну я, ребята, отразил. Беги. Беги, чувак, просто, блядь, беги. Они тупят, они сюда зайти не могут, в подвальчик. Они, знаете, вроде бы тупые, да, как я уже сказал, но они трындец какие умные на самом деле. Ну как умные, они хорошо стреляют. С ними прям надо быть осторожными. Первый, почему-то, захват у нас как-то легко все прошло. А вот эти захваты что-то как-то... Как-то тяжеловато идут. Видимо, они... Что-то поняли. Все. Захватили зону, ребят. Честно, захватил не с первого раза. Даже не со второго, ребят. Я вам больше скажу. Все, теперь едем сохраняться. На этом серию заканчиваем, ребят. Трындец. Ну, я честно, где-то около часа потратил, чтобы вот это все... Чтобы вот это все сделать, ребят. Около часа где-то потратил. Я честно скажу, ни хрена это не легко. Со стороны может казаться, что легко. На самом деле выпиливают они очень здраво. Плюс у нас обращение с оружием еще не такое высокое. Как бы мы и косим, и тупим. Вот. Вот такие дела, ребят. Заканчиваем на этом серию. Вот, что у нас по итогам-то? По итогам мы верхушку все отбили до желтых, да? Я думаю, как-нибудь потом мы съездим... Внизу все отобьем. Да, внизу там все вообще надо отбить будет. И надо будет, да, внизу отобьем, потом сверху, надо снизу будет все отбить. Потом сверху вот выровняем, там где вот остался кусочек.
Вот, сюда потом розовые съездить тоже отбить. В общем, везде все надо подбивать, ребят. 500 баксов у нас здесь есть. Вот такие дела, ребят. Все, на этом серию заканчиваем. Серия получилась длинная. Такие вот пострелушечки. Вот такие дела. Я все время загружался, когда меня убивали. Я все время загружался, ну потому что, извините, 1500 здесь, да, патронов терять. 1000 к калашу. То есть, ну я не хотел бы. 12000 баксов тем более. Как бы, да. Вот. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. Всем до встречи, всем пока.